Забег на 1000 человек. Красноярцы приняли участие в большом семейном празднике «Зеленый марафон», который вот уже 7 лет подряд проводит Сбербанк. Все вместе они собрались на острове Татышев, чтобы преодолеть дистанцию в 4 километра 200 метров. Интересно, что одновременно со столицей края на старт вышли жители еще 55 городов России, от Калининграда до Владивостока, а также Казахстана и Белоруссии. Забеги были посвящены благотворительности, а все участники надели яркие футболки с детскими рисунками. Так они решили привлечь внимание к теме наставничества. Ведь ребята из детских домов, как никто другой, очень нуждаются во взрослых друзьях, которые помогают бы им в жизни. Нашлось 12, хочу еще раз подчеркнуть, наставников, которые будут наставниками для ребятишек из детских домов, которые будут рассказывать им, что такое жизнь, будут приучать их к социуму, чтобы они, когда выходят из детского дома, были адаптированы к этому миру, знали, что это такое, как жить, как покупать, как готовить, как создавать семью.